друзья! Вы на канале Пинки Пай. Я пошутила, вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы будем распаковывать посылки с Алиэкспресс. Ну, на очки. На. Давайте начнем. Нет, тебе нельзя. Это нам не нужно. Вот я откроем уже. Пошла. О, это какой-то типа венка. Я сейчас одену. Все. И теперь я видео буду снимать так. Очень красивый золотого цвета. Так, цветик. А цветик? Все, цветик. Давай следующую. Ты вынул? Все. Открываем эту посылку. Там что-то твердое. Ну, интересное. Подумайте. Напишите комментарий, как вы думаете, что это? Раз, два, три. Та-дам, 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 та-дам. О, держится суперско. А это что это за? Это что? Ручка Hello Kitty. Синие. Синие очки, ручка. А я вторая, вторая тоже. У меня теперь две ручки отличные. Ну так в школе можно разыграть отлично. Все, забирай очки. И давайте приступим к ручке. Если кто угадал, напишите в комментариях тоже. Интересно будет. Музыку придумал, да, новую? Так, цветик, набивай. Это вот такие стразы разных цветов. Здесь много цветов. И розы, светло-розы, темно-розы, и белые, и желтые, и зеленые, и синие, и голубые. Вот такие вот стразы. Их тут много. Интересно, их здесь то? Ну, вот такие стразы. Вообще. Милые. Вот. Ну, последняя посылочка на сегодня. А цветик будет в подарочках. Так интересные эти очки просто. Ой, там что-то интересное. Нет, нет, ты не трогайте меня. Так,
Ну что это такое? Пистолеты сплошные. Это точно я не буду у себя хранить. Пистолеты, динозавры. Ну все, забирай. Мне это не надо. Я у тебя чтобы я передала ему или ей привет. Напишите в комментариях. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Кому понравилось это видео, всем пока!